Эй-эй-эй, в эфире Slayer, и я приветствую всех любителей визуальных новелл. То, что вы видите на экране, это новая визуальная новелла в олдскул стиле. Ощутите себя в 80-х благодаря настоящей ASCII графике. Да-да, вся графика в игре выполнена в виде символов. Кстати говоря, это не весь олдскул. Игра сопровождается мелодиями в стиле чиптюн от автора «Бесконечного лета». То есть Сергей Ейбок предоставил нам свою музыку в данном стиле. Так что игра будет еще и с прекрасным музыкальным сопровождением. Самое интересное, что игра выполнена на чистом C, а соответственно весит менее 500 килобайт. Вся игра со всей графикой, со всей музыкой. И при этом еще и занимает 30-60 минут геймплея. Чудеса? Отнюдь. Просто мы делали игру на чистом C. Почему мы? Ну, потому что Slayer тоже один из авторов данной игры. Поэтому я прошу вам помочь нам и проголосовать за нее на Greenlight. Ссылочка на голосование в описании к этому видео. Переходите, нажимайте «Да», и эта игра появится в Steam. Спасибо вам, друзья, за вашу поддержку. Не забудьте поставить лайк этому видео и, конечно же, поставить «Да» на Greenlight. Еще раз всем спасибо. Пока-пока.